Добрый вечер. Нас просили немножко задержать концерт для того, чтобы комфортно разместить всех, кто пришел. Сегодня очень необычный концерт. Сегодня не только День Святого Валентина, но и Всемирный день исцеления звуком. И, кроме того, сегодня первый концерт «Аврори» в этом году и второй концерт, который мы играем в этом замечательном уютном клубе. Нам очень нравится здесь играть. Спасибо этому пространству. Мы очень рады видеть всех наших друзей, всех тех, кто не в первый раз на нашем концерте. А для тех, кто в первый раз, мы должны сказать, что каждый наш концерт — это путешествие в мир вдохновения. И сегодня мы отправимся в это путешествие на борту солнечной ладьи.
Спасибо большое. Первое место, которое мы будем пролетать, называется «Страна птиц». Thank you.
темы мы исполним пьесу, которая называется «Таха». Thank you.
Спасибо большое. Следующая композиция немножко вернет нас в зиму. Она появилась не так давно, и мы исполним ее впервые. Вдвоем сегодня. Она называется «Зимняя история». Thank you.
Спасибо большое. «Зимнее весло». Сейчас мы исполним композицию, которая называется «Дождь». Была написана весной. Перед ней будет пьеса, которая ее предвещает. Она называется «Южная сторона ветра». Thank you.
с большим самое время представить участников. Андрей Демиденко, клавишные, Фили Бансери, вокал. Владислава Якупова, Нила. Дмитрий Игнатов, бас. И Кирилл Ошеров, перкуссия. А сейчас мы немножко отправимся в другую страну, в страну снов. Снов наяву. И пока Андрей подстроит волшебный совершенно инструмент, я кое-что расскажу в связи с тем, что сегодня Всемирный день исцеления звуков, звуком. Мы как раз подготовили эту программу, в которой сочетаются очень необычные инструменты. Недавно стало известно, что била и колокола и ситар являются первыми в списке первыми инструментами в списке инструментов, позитивно влияющих на тело человека. Вот. И поэтому столь необычное сочетание, но сегодня действительно исцеляемся звуком. И вот сейчас вы сможете услышать пьесу с очень редким индийским инструментом, который называется сур-мандал. С ними его.
Наедине с нашим огненным перкуссионистом. И он исполнит для вас соло на тумбаке.
басовый монитор. Басовый монитор. Начинаем вторую часть. И передаем привет всем тем, кто смотрит нас в онлайн-трансляции. Мы знаем, что это наши друзья из разных уголков нашей планеты. Привет вам. Первая композиция, которую мы исполнили, появилась относительно недавно в нашем репертуаре. Она называется «Внутренний огонь». И она все время меняется, трансформируется. Наверное, вместе с вашим внутренним огнем. Thank you.
Следующая композиция, одна из самых ранних в нашем репертуаре. Многие говорят, что слышат каждую свою страну. Она называется «Сердце моей земли». Thank you.
Композиция посвящена ночному морю. Те, кто когда-нибудь видел ночное море и звездное небо, одновременно поймут, о чем она, остальное будет представить. Баркарова.
Сергей Корниенко, ситар, гитара, главный руководитель коллектива и композитор многих произведений. Спасибо. Следующие две композиции из вашей программы. Первая из них появилась, когда я жил на Алтае, и однажды услышал пять топот пути диких лошадей, которые помчались мимо дома. И у них за собой определенный ритм. Этот ритм, он стал основой этой композиции. Ритм на 5. А вторая композиция, которую я завершил, называется «Мне снилось море». Thank you.
Thank you.
Спасибо огромное. Спасибо. Было очень здорово играть для вас. Было очень уютно, очень тепло. Было очень радостно. Было много переживаний. Арсену Степанянову за непростую звукорежиссерскую работу. Спасибо. Спасибо. И представить человека, который часто остается за кадром, но о котором мы никогда не забываем, потому что без него бы не была наша группа. Это Ольга Бутлан. Все, что вы видели на проекте, сделано ее там. Она наш арт-директор. И она расскажет о наших партнерах. Добрый вечер. Всех с праздником. Любви всем. Я хотела бы поблагодарить наших информационных партнеров за поддержку в продвижении наших мероприятий, наших концертов. Это Центр развития и поддержки чайных традиций мира «Дом белого журавля» на Менделеевской. Это «Мир кино», подарки, виниловые пластинки, магазин на Моросейке, метро Китай-город. Это душевное антикафе «Дом у моря», Менделеевская. И антикафе «Зеленая дверь» на Чистых прудах. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что вы пришли и разделили этот праздник вместе с нами. Еще раз представлю всех участников нашей группы. Кирилл Ошеров, перкуссия. Дмитрий Игнатов, бас. Украшение нашей группы Владислава Якубова. Андрей Демиденко, вокал, басы, клавиши, сурманов. И Сергей Корниенко. Запустим сбор денег для записи нашего дебютного альбома. Всем, кому понравилось, можете нас поддержать на planeta.ru. И до новых встреч!